Нынче история о том, как я провел лето. Значит, в прошлом году был серьезный у нас зимой снегопад. Завалило все к чертовой матери. И вот, как видно на видео, броничок нахрен сложился, сплющило его и убила. Ну, значит, пришлось его разобрать. На его месте сделали новый парничок. Ну и вот история о том, что сделать с железяками, оставшимися от старого парника. Как я восстанавливал парничок новый. Все лето на это ушло, но смысл в том, что там по совету, так сказать, интернета забабаханы были высокие грядки для урожая будущего. Значит, в первом парничке у нас огурчики были, а в этом теперь на следующий год будем осваивать помидоры, огурцы. Уже освоили. Помидоры посажу еще. Попробую дыню и арбуз. Вот распиленный размер. Вдоль пополам трехметровые пластины шифера. Теперь будет высота 75 сантиметров. Длина 3. Вот одна часть почти готова. Саморезами через уголок металлический вот таким макаром, но будем устилать гнилыми пиломатериалами, потом макулатура, потом помои долго собираемые, компост, щепка и так далее и тому подобное. Теплые высокие грядки. В детстве любили собирать пазлы. Итак, что мы имеем сегодня из литературы? Кижи. Оборотень. В погонах, наверное. Одвышек. Сосновый бор. Евтушенко, прости. Так, Александра. Вперед. Ведро номер 2. Когда-то в очереди стояли, записывались за такими книжками. За собраниями сочинений. И все такое. Памела Хенкорт Джексон. Ричард Хьюз. Так, живая вода. Борис Тимофеев. Так. Войск. Эх, простите меня за кощунство, но даже в библиотеке отказались брать книжки. А так они сослужат последнюю свою роль. Ведро номер 3.
что-то интересное. Жажда человечности. Первые книжные похороны. На благо будущего урожая. Добавляем ведро пищевых отходов. Запах специфический. Чуть-чуть припудрим для красоты опилочками. И все. Будем закапывать. И так постепенно, шаг за шагом, метр за метром, потихоньку приближаемся к заветной цели. Попутно сортирую мусор, камни и корни сорняков. Нахрен убираем. Диск по бетону, кирпичу. Бутылочка шашлычная с дырочкой. Вперед. Теперь по уровню все будем равнять, подкапывать все пучком. Одна хреновина раскололась, мы ее типа склеили металлической пластиной. На дно сначала гнилушечки, потом книжки. Белинский, Салтыков, Щедрин и прочая буйня. Вот теперь где будет жить книжный червь. Потом немножко травки, потом пищевые отходы, помои по-нашему. Сверху немного опилок, чтобы не особо шманило, и можно закапывать. Постепенно, метр за метр, шаг за шагом. В процессе копки обнаружился неприятный нежданчик. Оказалось, в периметре парника кабельная трасса проходит, которая была в прошлом году сделана от розетки колодца. Проложена трасса до сарая, обеспечить электричеством освещение. Нам пришлось подкопать. Слава богу, что кабель был не в натяг. Получается, короче, мы его сместим в уголок. Помоев катастрофически мало. Ну, соответственно, все 7 штук дуг были сломаны. Мы их все сварили. Значит, сварил я их, вставляя квадрат меньшего размера. Будем надеяться, что все будет хорошо. Сейчас мы их загрунтуем, а потом, когда будут грядки готовы, будем ставить на место. Поперечины тоже будем приваривать. Сначала наживляем песочками поперечину, а потом привариваем.
процесс переходит в стадию скрепления наших дуг горизонтальными и поперечными. Очень помогли вот пара тисочков. Так вот будем мы при помощи уголков все сваривать. Думаю, должно все получиться. На этом процесс осенних летних работ закончен. Все тщательно приварено. Теперь все до весны будет прекращено. Весной будем поликарбонат приколачивать. Так оно все будет у нас зимовать.